Всем любителям девяток привет. Привезли нам фары. К сожалению, время полвторого. И вот мы только начинаем. Я имею в виду, если было бы утро, мы, если бы с утра тачили, даже машину, может, закончили. Блок фара, группа АОТ, ТРПРы, типа оригинал, как и фирмы начала. Не знаю, чего все так не любят начало. Все нормально с началом, не парьтесь. Понятно, что оригинал лучше, но начало... У меня оно всегда нормально становится. Да, это заготовки, это не оригинальное, я имею в виду. Это заготовка. И крыло заготовка, которое нужно подгонять, там что-то еще подрезать. Ну, а в целом ничего так. И давайте вот этот лопушок подтянем. Потому как если мы сейчас поставим телевизор и наберем, ну, не совсем удобно будет работать. Должно быть примерно ровненько. Ну, здесь не ровненько, здесь идут два этих ребра жесткости типа. Вот так должно быть. Бугорок, ступенька. О, у нас оно немножко не так. На улице дождь, поэтому пыжика загнал. Там просто очень большой дождь был. Здесь все помято. Поэтому вот такой зажимчик возьмем, который очень редко у нас работает. Какой-то 101 или 013. Поставим, подтянем. И будем телевизор набирать. Верха, наверное, на контактную сварку поварим. Что мы еще можем на контактную сварку поварить? И перемычку на контактную сварку. Я имею в виду верх телевизора. Соединим телевизор через контактную сварку. Поэтому этот транспортировочный грунт сейчас зачищу лепестковым. А потом бодивским. Где боди? Боди цинкованным этим. Цинк. Пройдемся, он как бы будет более свежей, будет контактная сварка хорошо пробивать. Тянем. Поставил две части телевизора на место, поставил крыло, поставил второе, поставил фары, зазоры как зазоры, по миллиметров 6, зазоры как зазоры, ничего так, тоже по миллиметров 6, фары поставил, здесь это как-то так без проблем и стало, фара, а здесь с проблемой, потому как перемычка
на 1 сантиметр приварена была. И когда фару ставишь, блок этот фары, он там упирался в перемыку. Ну, ее неправильно приварили. Ну, с кем не бывает. Так, по зазорам. Это вот так стало. Это сейчас без ригеля. Когда будет ригелек, замочек еще прижмется вот буквально на понты. Поэтому как бы вот тоже можно это учесть. А значит, что видно? Здесь, в принципе, хороший зазор. Там зазора у нас нету. Но у нас и фара выше крыла немного. Поэтому надо взять перемычку и просто вниз осадить. А вниз не могу сейчас осадить. А нет, в принципе, почти могу. Вон зазор есть. 3 миллиметра. Мало. Значит, надо образовичок отогнуть этот вниз. А потом, когда фара снимется, перемычка вперед подастся, присогнется угол. И зажмется. Вот, руками. Ну, руками прижимаю, уже зазор появляется. Плюс капот поднялся. Ну, то есть, все класс. Капот опускается. Там только перемычку надо. Ну, а здесь что здесь? В принципе, зазор-то и нормальный. Видно, кстати, как на капоте эта линия, в принципе, нормальная идет. Здесь какая-то она немножко вот поднятая. Тоже ерунда. Ну и перемычку потом приварим. Между поворотниками и крылом зазор, по-моему, отлично. Лучше и не надо. Здесь все то же самое. Лучше и не надо. Ага, это у нас дорогое крыло, а то у нас начало. Оп, угол красивый, 90 градусов, да, такой, оп, чётенький. Здесь бум-бум, почти 45 градусов. Можно взять сварку наварить, можно взять электрод приварить. Мы ничего варить не будем. Ну что, в принципе, хорошо. Фары относительно капота. Ой, ну слушайте, ну тут трудно сказать, фары ли торчат относительно капота или заподлицо. Потому что если взять вот сейчас, прижать немножко, как ригелек, да, там прижимает. Если здесь фара подтарчивает, то здесь почему-то капот подтарчивает. Как будто надо вот капот заломать. Тоже ломать ничего не будем. А, она вот так поднимется немножко. Вот заподлицо с крылом сделает. И в принципе все хорошо становится. Так, если бы нам надо было сейчас фары туда подать, то саморез открутить и сдвинуть, насколько торчит, насколько можно и сдвинуть. А, я же отсверлил эту криво приваренный замок. Теперь, в принципе, там оно все четенько и попадает. Ну, что-то она мне не нравится, как приварили. Мы еще посмотрим, если это удастся сделать. Ну, что это за разрывы? Здесь же пружинка ходит. И она сразу как закусит. Вот, видно? Это плохо. Поэтому там где-то вон есть старая. Мы, скорее всего, возьмем. Ну, это тоже не оригинальное, но телевизор подороже был, чем этот. О, ну, конечно, здесь качество поярче. Скорее всего, мы с вами весь этот механизм возьмем отсюда. Отсюда возьмем. Ага, здесь зазоры хорошие по капоту. Все, есть, набрали. Контактная сварка будет у нас внизу, вверху. Раз. Ой, второй момент, третий. На перемычках не знаю. Залезем контактный, залезем. Вообще, по-моему, контактная сварка этот транспортировочный грунт пробивает нормальненько, но я все равно зачистил и цинковым погрунтовал. Цинковый более-менее свежий, его проще пробить будут. Контачки. Низа выставлены тоже ровно. Крабы длины и диагонали сейчас стоят ровно. Немного не могу определиться, когда капот закрываешь. Не могу понять, задвинуть фары. То есть мне сейчас фары утопить или вперед подать, это вообще не проблема. Крыло снял, саморезик выкрутил, ну, зажимчик зажал, выкрутил там, потом так сдвинул, насколько надо подать, и одну сторону, и вторую. По ригелю пофиг, он тут классно все. Не надо, ничего не надо делать, оно все стоит хорошо. Значит, дальше план действий. План действий. Будем варить вот эти места.
Фары снимаем. Телевизор этот снимаем. Варим балку. Усилителем этим всем внутри. Здесь не сверлил. Здесь у нас посверленные места есть. Но сейчас варить тоже нельзя, потому что, вот, например, вот этот усилитель. Подсветка. О, потому что вот это кант и этот кант, он должен быть в одной плоскости. А здесь сейчас зазор миллиметров 8. То есть надо брус верхний задвинуть туда. Оно немножко не такой формы. Это не оригинал, это не оригинал. Поэтому то, что где-то, не сов... где-то здесь совпадает, да, к примеру, а там не совпадает миллиметров 7-8. Да, пофиг, сейчас будут совпадать. Тут главное молоток, кувалду и знать, куда бить. О, здесь тоже не совпадает. А, не совпадает. Ну, низ я наугад руками гнул, поэтому мне трудно понять, что, где совпадает. В общем, раз снимаем, снимаем, не снимая, телевизор снимаем, варим один момент, второй, грунтуем. Смотрим, может в телевизоре сразу где-то дыроколом пробить, дырки надо. Дыроколом я не работаю, я сразу по месту сверлю. Единственное, что я всегда сверлю сразу вот здесь. Там 4, например, хороших отверстия. Или на 10, или на 8. А потом сразу отсюда варю. Вот единственное, что вот это может посверлю. Сейчас надо понять, как оно стоит. Хорошо стоит. И толстую площадку посверлю. Это контактное, а остальное все контактное. Потом накидываем. Опять выставляем. И погнали контактной сваркой. Можно это будет проварить. Там, и крылья сняли, там контактное, зачистили, опять набрали и готово.
Люди 6. Что хотел? Вытяжку хотел выключить. 6 часов. Без 15:06. Конец рабочего дня. Закончил. Что закончил? Закончил приваривать телевизор. Я еще одну наборку делал, потому что когда я приварил низ, мне захотелось поиграться с верхом. Подвигать влево-вправо. А я даже не знаю, почему я хотел так сделать. В общем, опять поставил фары и там капот закрыл. Ну, вверх же двигается. И саморезы выкрутил. Туда-сюда подвигал по 1-2 миллиметра в каждую сторону. Понял, что зачем. В общем, может даже сказать, что... я еще ригель цеплял. Ответку этого. Ладно, хорошо. Выставил строго, чтобы наша ответочка попадала строго-строго в центр. Хотя еще неизвестно. Ну, центр отверстия. Хотя еще неизвестно, как на самом деле отверстие ровно-неровно. Но мы надеемся, штамп у фирмы «Начало» хороший. Надо закрыть двери, да? Потому что этим свет все перебивает. Я когда снимаю, замечаю, что когда я закрываю, лучше, как-то так лучше становится, но мне с открытыми проще. Значит, доколупался я до контактной сварки. Контактная сварка. 28, по-моему. Я сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Это 2 промазал. 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, следующие 25, 26, 26 точек. В общем, душу отвел на контактной сварке. Вот оно, видно. Таёс. Подсветка. О. Так, низ. На низу я тоже душу отвел. Вообще, завод варит здесь 4 точки. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на этом моменте точек. Мы поговорили с клиентом, и клиент сказал, мне красота не важна, можешь варить хоть сплошными, мне важно покрепче, чтобы было. Санька, я тебе в 2 раза больше точек сделал, чтобы покрепче было. Все обварено. Потом напильник возьмем. Напильник нам под контактную сварку готовит. Вот такой напильник, гуглите, кому интересно. Вот такой напильник. Правда, по этой всем характеристикам нифига он не гуглится. Наждачки с AliExpress отлично работают. Что хотел сказать? Напильник возьмем потом кое-где. Варил-то я сверлил отсюда 8-миллиметровым сверлом. Единственное, что вот эти перемычки, вот эту перемычку, одну и вторую, я уже 6-миллиметровым я сверло взял, вот заточил фрезу и 6-миллиметровым сверлил. Но все равно, как всегда, на большом токе, где есть бугорки, вон там один бугорок, вон второй. Ленточным напильником возьмем, немножко почистим. Поварено. Здесь 4 точки, да? 4 или 5, 4 точки. Сплошной. По-любому сплошной. 5 точек. По-любому сплошной. И где подушка, по-любому сплошной. Немножко зачистил, сбил сплошной, но сплошной. Это все контактная сварка. Также вверх контактная сварка. Эти крепушки тоже сразу. Поварил. Чтоб не отпало, они с завода просто такие хиленькие. Под саморезы отверстия заварил полуавтоматом. Тоже немного больше, чем завод дал контактной сварки. Нравится мне контактная сварка. Короче, все шикарно. Так, что тут еще? По высоте. Знаете, что заметил? Если взять край отверстия, к примеру, и вот эти все отверстия под фару, почему-то, если выставил по нивелирчику по краю отверстия, тогда это не сходится. Если выставил по отверстиям для фары, тогда отверстия не сходятся по нивелиру. Штамповка такая. Может, отверстия прозевали, может, отверстия под фары прозевали. Трудно что-то сказать. Отстрелялся, выставил, заварил.
Дисконтактная сварка, штук 6 точек, если не больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 точек. Хотя завод варит 4, по-моему. Полуавтомат. Тоже несколько точек контактной сваркой. Плюс полуавтомат от самореза. Плюс разрывчик был, вон, заварил. И 3 наши точки, которые в прошлый раз завод варит 2 контактные. Мы в прошлый раз варили 3. Можно было и контакты в этот раз не получится, потому что я отсверливал. В общем, есть. Все приварено. Все приварено. Крабы по-любому я всегда прикручиваю. Во-первых, гайки просто могут быть криво приварены. А потом болт вкручиваешь, а он неровно вкручивается, а как-то вот так или вот так. И в итоге один стоит вот так, а второй вот так. Поэтому сразу краб прикрутил. Там резьбы хорошие, эти не пришлось прогонять. Чистые, свежеоткрученные. То есть крабы прикрутил, много поприхватывал сколько можно. Потом крабы снял и уже остальное доварил. Здесь тоже сплошной. И потом, когда косынку завтра, я ее уже частично обрезал, кстати, и селедочку-то усилитель вот лежит, тоже отсверлил. Мы потом его приварим в конце. Что хотел сказать? Завтра мы вот... и эту контактную сварку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять точек. 10. Ну, чтоб на верочку. Лопушок оттуда приварен, 2 точки приварено. Здесь уже не надо ничего никуда опускать, гнуть, уже все подогнул. Единственное, что вот нам надо угадать чуть-чуть тут, влево-вправо и туда-сюда. Это как всегда. Когда крыло будет, уже фару прикрутим на все 4 гайки. Оно выставится автоматом. Снизу полуавтоматом приварим. Фару аккуратно снимем. И контактной сваркой точки 5 дадим. Хотя там завода 2 несчастные, но дадим 5. Также эту перемычку фару потом прикрутим, дадим точку или саморез. Здесь контактной сваркой можно дать, одну заварить, и контактной сваркой дадим. Завтра мы с вами лопушок сделаем, варим, и все. Это здесь у нас оно все сойдется, поварить эти трещинки, которые поразрывались. И морда готова. Набрать, да что тут набирать, вообще не проблема набрать. Там нету. Здесь трещинка, на крыше одна трещинка, и сзади 2 трещинки, и все. И машинка готова. Ну, как я и говорил, вот на сварку телевизора потрачено зачисткой часа 4. Если бы фары приперли утром, то я думаю, сейчас за часа 3, даже за 2, даже за час, да за час, можно было бы закончить вот угол, поварить трещинки и, в принципе, закончить машину. Вот такие пироги. А нам еще надо этот ригелек варить на место. Но это, наверное, мы все-таки отсверлим родной. Это какой-то, который отсверлили, он плохой. Опять же, это когда выставим уже крылья, когда выставим фары. Хотя фары ни при чем, крылья выставим, тогда мы его и варим. По сути, все. Итак, пробежаться, посмотреть, может, где-то еще забыл приварить, может, еще что-то где-то надо. И готово. О, я вчера забыл сказать. Вон, видите, овальная прорезь. Она была кривая, поэтому я с одной... она была разорванная там вся. Поэтому я на одну часть прорези полуавтоматом наварил миллиметров 7-8 шва. Ну, я отрезным зачистил. И теперь мы имеем аккуратную прорезь. В принципе, как и вот эту. И отверстие взял сверлом, рассверлил, потому что оно было приплюснутое. Всем удачи, всем покеда. Всем до завтра. Счастья, здоровья.